Вот так, плавно и интересно, эта пятница подходит к своему логическому рабочему завершению. Впереди выходные и лайфхак для людей, кто официально сейчас на удаленке, как и я, и не может посещать общественные места. Для вас время кино. Зацените видеосервис Wink от Ростелекома. Скачать его можно в Google Play, ну а далее, естественно, на свой смартфон или смарт-ТВ, а далее уже в одиночку, в кругу семьи или в кругу друзей наслаждаться прекрасными фильмами, будь то комедии, триллеры, там ужасы и прочее. Здесь даже есть аудиокниги, вы посмотрите. Но мне интересно больше другое. Мне интересны актуальные сериалы, потому что вот как раз «Острые козырьки», последний сезончик-то я и не досмотрел, этим и займусь.